Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. И сегодня мы посмотрим с вами очередной необычный браузерный проект под названием We Become That We Behold. Суть проста. А давайте сразу в игре и покажу. Суть проста. Это point and click такой небольшой. Вот на этом экранчике будет отражаться. Мы должны сделать не одну необычную фотографию. Собственно, давайте я вам и покажу. Отличная шляпа! Если кто не понял суть, то в принципе все идет как и у нас в интернете. Если кто-то делает какую-нибудь херню, которая набирает огромную популярность, то все ее и придерживаются. Так, ну-ка, давайте двух гомиков. Отвратительно! Найдите гребаную комнату себе! О, о, тихо, тихо, весельчак. А, вы должны поймать, как он будет делать что-то интересное. Свечак. Раздраженный тип какой-то. А, не успел, не успел. Надо поймать удачный кадр. Да-да-да, сверчок, иди нахер отсюда, пожалуйста. Тоже, в принципе, игруля вроде как кажется веселой. Сумасшедший тип атакует. Просто одной новостью довели типа до испуга. Кто-то ходит в шляпах, кто... Вот, тип уже боится всех. Он тупо боится всех. А, все, я понял. Уйди отсюда. Где мой тип? Вот он. Ни хера не видно. Стой. Давай тебя поймаем. А, подожди. Он, кажется, расизм. Ага. Круги боятся квадратов. Теперь, короче, квадраты, походу, будут плохо относиться. Ага. Игруля, вообще, вроде как выглядит все это довольно-таки... Типа прикольная, типа какая-то игруля, но реально поднимает такие нехеровые проблемы общества. То есть, опять-таки, вот это чистый расизм. Прошлое это просто страх. Ну, сошел тип, ну, не сошел с ума, ну, может, перебрал чего или просто, ну, решил прикольнуться. Пранки всякие сейчас довольно-таки популярны. Это повлекло за собой то, что круги начали бояться квадратов. Сейчас квадраты, короче, ведут себя как ган... Ну, короче, не очень хорошо. Я потерял все квадраты, вот они. О. Теперь квадраты, короче, херово относятся. Ну, не херово, они презирают круги. Круги в ярости, короче. Ну я вообще, хорошая картиночка, по-моему, получилась. Круги надо... Ну-ка. Нет. А кого он найдет? Вот, вот оно, вот. Две плохие новости просто сошлись в одну хорошую. Блин, неудачный кадр. Надо поймать. Вот. Тип. Просто надо было найти ему один хороший. Вот. Круги теперь просто ненавидят квадраты. Оба в бешенстве. Все, понеслось просто, понимаете? Одна тупая новость. Одна просто тупая новость. И понеслось. Как я, мне кажется, скоро дойдет до драки. Просто нереально месиво начнется. Ну вот этот тип мне нравится. Так. Надо поймать квадрат. Квадрат. Во. Теперь квадрата ненавидит круги. Дойдет до Махача. Вот так все это в гребаном современном мире и происходит, мать его. Все ненавидят друг друга и не понимают, почему. А все из-за того, что один какой-то ган... Нехороший человек поступил очень херово. А это уже была новость. Тихо, сверху кто-то есть. А, вот.
Нам нужен мир, а не война. Чего? Мир — это скучно. Нам нужно насилие. Ой-ой-ой, улетел кто-то, извиняюсь. Ну же. Тип в шоке. Так, надо... Ай, тип, ну что ты глаза-то? И каждой истории нужен конфликт. А можно кузнечика сфоткать? Что будет? А семейство? Очень много сверчков. Так, нужен... Вот, нужен запуганный. Почти все ненавидят всех. Осталась парочка, начнется махач. И первый, кто пострадает, это либо вот этот тип, либо как раз таки вот те, которые борются за мир. Потому что это сучий мир настал на самом деле. О. Ай, как раз пропустил говорить. Ну-ка. Все ненавидят всех. Это, походу, последнее. Да? Да. Что будет? О, тип в шляпе. Ну-ка, что будет? И... Нихера себе! Вот! Вот это сучья порода! А это был, если помните, первый тип, которого мы сфоткали. Добродушный дядя шляпу носил, а потом началась эта жопа. Будь напуган, будь злым. Да ну нахер! Вы чё, с ума сошли, что ли, психи? Вот он, страх. Будь напуган, будь злым. Дробовик пошёл дело. И вот так эти суки новости и делают. Я не знаю, как вам, мне сейчас реально страшно. Я не знаю почему, но это сука, это страшно. Будь напуганным, будь злым. Охереть. Давайте еще пару фоточек. Я уже нихера не вижу, прав. И? Создатель Ники Кейс. Братан, Ники Кейс, если ты когда-нибудь это будешь смотреть, игруля просто охеренно. Серьезно. Это просто нечто. Фух. Вот так, собственно, и делаются все новости, все движения в одном, в нашем мире. Ага, последняя благодарность. Спасибо вам за то, что поиграли. И, собственно, типы. Хотим мира, а не войны. Последнее фото. Готово. Что ж, вот такой необычный проект вам сегодня показал. Что вы думаете о нем? Обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. И, как всегда, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Не будьте такими уродами, как эти квадраты и кругляшки.